Так, всем привет, и это влог. А сегодня я хочу поэкспериментировать и снять для вас видео, как проходит наш день. У меня очень знаковое событие. 1 год моему любимому прекрасному клубу, сообществу дизайнеров интерьера. Так получилось, что это женский клуб. И сегодня мы будем праздновать 1 год вместе с девчонками, которые были не знакомы друг с другом. А сейчас это прям такая мощь, такая сила, все увидите. А сейчас мы будем собираться на вечеринку. Это моя Маша. Маша — продюсер YouTube-канала, там Настя, она меня будет красить, собирать. В общем, я волнуюсь, но пока еще не сильно. Пригласили на празднование как раз какой-то годовщины бизнес-клуба. И это была такая яркая, прикольная вечеринка. И, в общем, я там была с своим исполнительным директором, с Настей. И я говорю: «Настя, ну я не представляю, что у нас в клубе будет такой праздник масштабный. Как-то сколько должно лет пройти, чтобы вот так вот праздновать, наряжаться, где такой декор красивый, фуршет, какая-то программа». То, что мы будем так праздновать 1 год клуба, это уж я точно не ожидала. Вообще всегда очень много всем кажется, и очень много все думают, что нет, это не про меня. То меня, наверное, такого не будет. А сейчас, если посмотреть, перемотать так вперед, что здесь будет, я думаю, что будет очень круто. И будет, кстати, я думаю, гораздо теплее, глубже, вот по-настоящему, чем тот праздник, на котором я была. Или да, было много людей, но каких-то таких искренних эмоций я не заметила. Мне кажется, что одна из главных особенностей в нашем клубе — это как раз очень сильная такая сплоченность девчонок, открытость и такой уровень. Это бизнес-клуб, но на уровне дружбы, на уровне таких настоящих отношений. Когда ты знаешь, что за тобой, если что, встанет такая силища, и это по-настоящему твои люди. Вот у тебя есть своя стая, как говорят, то у нас в клубе так. Это самый подходящий момент. Антон, очень важный вопрос. Вам нравится ваша работа? Вот ты вовремя спрашиваешь. Они должны были чуть потяжелее тащить. Просто пожар. 300-килограммовая. Антон — звезда моего инстаграма. Он дико стесняется сниматься. Наш главный логист просто логистов. Я Люси. Все, он вашими доставками всеми занимается. Это Артём. Они два брата-акробата, собственно. Артём – заместитель Антона, Антон – заместитель Артёма. Вот наши классные, правые ребятки. Это Вероника, администратор галереи. Давай пока мы здесь, я быстро покажу классную вещь. У нас галерея. А галереей занимается мой муж, он профессиональный галерист. И мы, собственно, объединили два бизнеса, наши две компетенции. Я занимаюсь мебелью, а Саша занимается галереей. И все это стало группой компании «Релок». Саша, здесь палаты 17 века у нас сохранились в нашем особняке, и Саша это пространство внизу отдал художникам. Каждые 3 месяца здесь ребята, художники, бесплатно работают. Это такие у нас мастерские художников. Они здесь могут совершенно бесплатно писать свои картины, работать. Для многих художников это является огромной ценностью, потому что у них нет своих мастерских, многие пишут дома, это неудобно, мало света. Я хочу показать. Кто видел выпуск с Сережей Трофимовым? Сережа сегодня, кстати, спрашивал, он приедет. Мы его должны снять. Там какая-то мохнатая штучка, которую он из Турции привез. Вот, я знаю, что многие смотрят его видео ради его потрясающих растений. Вообще, это тоже орхидеи. Монстеры. Поэтому были монстеры, мы продали. В общем, это такой социальный проект для Саши. Мне очень нравится, что Саша делает такие вещи. Здесь пространство.
ты можешь на нем зарабатывать деньги, ты можешь, не знаю, что-то с ним для себя делать, а ты отдаешь это место людям для того, чтобы было где работать, творить. И еще один важный момент. Мы бы хотели, чтобы гости нашего пространства могли приходить и общаться с художниками вживую, знакомиться. Мне кажется, в этом тоже есть какая-то классная социальная повестка. Мы забыли вообще. Это я, и сейчас я кое-что покажу. Даже не поворачиваю. Во-первых, Ксюша, вот эта прекрасная леди, сделала, сейчас вы увидите, что это такое. Это будет здесь, украшать наше пространство. И она просто коробочку разворачивает. Вот такие у нас салантища. Какая-то ее работа. Я про нее забыла, она в шкафу лежала, я думала, это просто картонка. Так, осталось буквально полчаса до начала. Хочу вам показать, что мы приготовили. У нас есть главные призы, которые мы сегодня будем разыгрывать. Это поездка на яхте, путешествие на яхте в Подмосковье. Это дизайн путешествия, очень прикольно делает компания Finance. Дальше один из суперпризов – это спа на 84-м этаже Москва-Сити от Вайтай, наши партнеры мероприятия. И ребята Dolby House – это ковры ручной работы премиум-качества, небольшой шоурум на Комсомольском. Они дали сертификат на 200 тысяч рублей. И на самом деле у нас много подарков. Каждый гость сегодня мы дарим вот такую интерьерную книгу Dolby House, очень красивую подборку интерьеров, прям такой coffee table book. И пакетик, в котором есть купоны с косметикой, купоны в спа, куча всяких каталожков, каких-то полезностей, все уйдут сегодня с подарочками. Тоже, что интересно, это, казалось бы, тоже внутреннее мероприятие, проект, который я просто придумала, но когда я предложила партнерам поучаствовать, все согласились. Все согласились, все поддерживают сейчас ценность объединения людей, развития и готовы тоже к этому иметь отношение. Более того, даже попросились прийти, посмотреть, потому что у всех неподдельный интерес вообще к теме бизнес-сообществ, комьюнити и так далее. Блин, это очень круто. Девчонки сами украшают зал. Просто. У них праздник, а они все помогают делать так душевно, так классно. Thank you.
вторая часть мероприятия – нетворкинг. Это один из главных векторов развития в нашем клубе – умение самопрезентоваться коротко и по делу. И Юля сегодня будет учить девочек, как можно быстро познакомиться и сказать самое важное без воды. Мероприятие, ты присутствуешь лично, и это говорит о том, что ты вовлечена, и это неимоверно круто, правда. Поэтому, Алён, спасибо тебе большое, ты невероятно молодец, и мы за тебя народим. Девушки, спасибо. Взаимодействовать между собой, и что мы такие классные все здесь встретились. Это очень вообще потрясающе. В общем, ты здорово придумала. Да. Спасибо тебе большое. Это тебе от нашей компании, да, чтобы ты знала, что мы всегда... Виталия. Можно? Да. Это база. Это потрясающе. Это такого уровня и качества подарок просто в самую душу. Это очень круто. Я буду на нее смотреть, и она всю жизнь будет со мной. Я буду передавать ее дальше. Ладно, не разбей. Это гениально. Очень круто. Все, мы закончили. Я сижу, снимаю туфельки. И думаю о том, что я представить себе не могла год назад, когда все это запускала. Знаете, вот эти вот первые сторителлинги, первые объявления. Ты рассказываешь, про что этот проект будет, почему туда нужно прийти. Очень сильно волнуешься, как любой человек, который что-то придумал впервые в жизни, не знает, получится у него или нет. И как бы открыться миру, сказать вот, берите, не знать, насколько это откликнется, сколько людей к тебе придет, и сейчас, спустя год, вот так перемотать и увидеть, как они сейчас плясали, как они обнимались, насколько чувствуется, как они друг у друга есть, какие крепкие связи в клубе. Я слышу, как они там щебечут, не хотят расходиться. Это на 100% мое призвание в жизни. Есть вещи, которые ты не понимаешь, зачем ты делаешь, но ты не можешь не делать. И если ты туда пойдешь, там будет очень много любви, очень много благодарности от людей. И опять же, я понимаю, что даже этот проект, клуб, это часть как бы лестницы, которая куда-то ведет, часть пути. И я очень рада чувствовать, что я нахожусь на своем месте. И я сама автор своего сценария жизни. Я сама художник и раскрашиваю эту жизнь яркими красками, так как мне хочется. Вот мне сейчас так хочется. И это меня безумно наполняет, дает очень много энергии на жизнь, на действия, вообще на другие дела и задачи. И у меня такая армия за спиной. Вот просто закрыть глаза и чувствовать, сколько рук лягут мне на плечи. Просто случись там, что... Вот, и так у каждой девочки в клубе. Ну, не знаю, я счастлива, наверное, да. Можно сказать, я счастлива. Всем пока. Спасибо, что провели этот день со мной. Надеюсь, у вас тоже есть или обязательно появится такая стая, как у нас.